Когда они познали себя, они познали мечту и небо. Небо открыло им землю, изрезанную морщинами рек, выглаженную полями и согретую заботой человеческих рук. Здесь, на земле, созревала их мечта, и небо поднималось все выше. И был уже близок тот день, час и минута, когда их земные ладони коснулись черного неба космоса. Тайное приближалось. Тайное дарило новую тайну. И они шли к этой новой тайне с надеждой на радость победы, с печалью утрат и с верой в тепло земных объятий. Когда они познали мечту и небо, они познали космос. И космос открыл им главное — великую жажду Земли. Утро 14 января 1969 года. Пока этого человека знают немногие. Знают те, с кем он вместе шагал по трудной дороге тренировок и учебы, с кем познал тишину сурдокамеры и бешеное вращение центрифуги, прошел испытания жарой и холодом. Через 2 часа, когда лавина огня обрушится на Землю и белое тело ракеты унесет в океан Вселенной космический корабль «Союз-4», имя этого человека узнает весь мир. Люди прочтут в газетах, услышат по радио: «Космический корабль пилотирует гражданин Советского Союза, летчик-космонавт, подполковник Шаталов Владимир Александрович». Но это будет только через 2 часа. А пока минуты прощания, последние земные заботы. Совсем рядом мгновение, ради которого так много и долго работали люди. Шаталов находился и работал в космосе уже около суток. Вот он переходит из кабины корабля через гермолюк в орбитальный отсек для проведения научных исследований. А в это время на стартовую площадку космодрома прибыли новые космонавты. Их было 3. Командир космического корабля «Союз-5» подполковник Борис Валентинович Волынов, борт-инженер Алексей Станиславович Елисеев, инженер-исследователь подполковник Евгений Васильевич Хрунов. Впереди у них большой и трудный полет. Они будут первыми космонавтами первой в мире обитаемой экспериментальной космической станции. 2, Елисеев и Хрунов, выйдут в открытый космос. На глубине 200 километров они увидят Землю, укрытую зеленью и снегом, а вокруг и рядом будет черное небо космоса, тишина и ослепительный блеск солнца. Thank you.
сейчас космонавт 13 на борту корабля «Союз-4» приближается к району Байконура. Через несколько минут он увидит выход на орбиту нового космического корабля «Союз-5». Мне очень приятно, радостно знать, что вовремя, в точно установленное время, на расчетную орбиту рядом со мной выведен новый космический корабль, на котором находятся мои друзья, товарищи, те, с кем вместе мы работаем, готовимся. А теперь в коллективе любые задачи решить уже гораздо легче, чем в одиночку, и гораздо веселее. Я продолжу репортаж с помощью переносной камеры и покажу пульт управления космического корабля «Союз-4», такой же, как пульт управления на космическом корабле «Союз-5». Первые минуты в космосе экипажа «Союз-5». Позади напряженные секунды старта, перегрузки взлета и выхода на орбиту. Теперь состояние невесомости и радость космического полета. Космонавты говорят, ни с чем земным состояние невесомости сравнить нельзя. Здесь все необычно, все не по-земному. Но проходят часы полета, и тренированный организм космонавта привыкает и к этому неземному состоянию. И все-таки долго еще удивляют повисший в воздухе бортжурнал, уплывающий карандаш, непривычная легкость собственного тела. Космонавт, летающий по земной орбите, не знает обычной смены дня и ночи. Утро и вечер чередуют друг друга каждые 40-50 минут. Но и здесь должны быть сохранены все привычные ритмы земной жизни, время работы и время отдыха. Космонавт Владимир Шаталов в орбитальном отсеке готовится ко сну. Он проспит ровно 7 часов, 7 обычных земных часов. Потом наступит новый космический день, а вместе с ним обычный распорядок жизни. Утренняя физзарядка, завтрак по-космически, консервированное мясо, молочные продукты, печенье, соки в тубах. Я Байкал-3. Сейчас в виде Ламура. В левый иллюминатор, ниже, на фоне облачности. Отлично видно. Я впереди или немножко сзади? Я видел его немного сзади. Вон он идет. Вот он, идите, ребята, посмотрите. Вот он, скорее. Вот ниже и сзади, прям по антенне. Вот, смотри, антенна. Понял. Давай доставай аппарат и снимай. Ну, смотрите.
Давай попробуй сфотографируй. Попробуй сфотографируй, Байкал. Понял. Так отлично видно, как самолет. 16 января. Самый ответственный и волнующий день полета. В программе сближения и стыковка кораблей на орбите. Выход двух космонавтов в открытый космос и переход в другой корабль. Сближение началось с расстояния более 1000 километров. На удалении в несколько километров вступила в работу автоматическая система сближения. Сейчас они находятся у берегов Африки. Командиры кораблей Владимир Шаталов и Борис Волынов перешли на ручное управление. Амур, дальность 40, скорость 0,25. Понял, сближаемся. Амур, я заяв. По возможности, краткий репортаж. Понял. Отлично. Да. Началось рукопожатие. Да. Добро пожаловать, Байкал. Добро пожаловать. Здравствуй, долго мы за тобой охотились. Долго я вас тоже искал. Нашел. Вторая, не менее важная и сложная задача полета. Космонавты Елисеев и Хрунов в орбитальном отсеке готовятся к выходу в открытый космос. Орбитальный отсек служит не только для проведения научных наблюдений и отдыха. Одновременно это и шлюзовая камера. Через несколько минут Борис Волынов закроет гермолюк, и они останутся одни. Проверят герметичность скафандров, работу системы жизнеобеспечения, доложат о готовности к выходу. И тогда по команде командира «Союза-5» Бориса Волынова откроется выходной люк, и навстречу космонавтам хлынет ослепительный поток солнечного света. Борис Волынов помогает второму и третьему своему члену экипажа Лёше и Жене одевать скафандры. Поняли тебя. Мы наблюдаем их по телевизору. Понял. Так и работает. И торопят. Все как нормально. Понял. Самочувствие их отличное. Сейчас вы будете наблюдать на экранах телевидения. Выход в космическое пространство. Включаю телекамеру. Второй находится на стыковочном узле. Я Байкал. Наблюдают по собой на Земле большой город. Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Это тоже прошли Кавказ. Это южная наша граница, территория. Да-да. Лёша, подойди к стыковочному узлу. Нет, нет. Ты под... Ага, ну хорошо, молодцом. Перецепить фал 06 на поручень активного. Владимир Шаталов ждал их целые сутки. Даже написал на борту корабля «Добро пожаловать!» И они пожаловали. Счастливые, близкие, первые космические пешеходы. А вот и космическая почта. Свежие газеты, письма родных. Залетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее. Залетим мы до самого солнца и домой возвратимся скорее. Встречу отпраздновали по-космически. 3 тюбика черно-смородинового сока.
Теперь командир корабля «Союз-5-1». Но по-прежнему остается программа полета, требующая все новых и новых экспериментов. В соответствии с программой полета, первая экспериментальная космическая станция существовала недолго, всего несколько часов. Все правильно. Все правильно, мы тебя наблюдаем, отличная картинка. Как вы меня слышите? Слышим отлично. Заря, я Байкал, 2, самочувствие, отличная работоспособность, отличная, готовы к выполнению программы штатной. Я Заря, принято. Теперь нам доклад о выполнении расстыковки и параметры ДО и ДПО, как меня понял Амур? Докладываю. Расстыковка была включена 15 часов 51 минута 00 секунд. Корабли в настоящее время разошлись, находятся на удалении порядка 40-50 метров друг от друга. Видим друг друга. Приступили к выполнению очередного эксперимента А1. Вас понял я, Заря. Повнимательнее. Заря, примите телеграммы. Готов, Амур. Готов, я Заря. Первое. Народам Советского Союза. С борта космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Горячо приветствую великий советский народ. Доблестного строителя коммунизма, космонавты Шаталов, Волынов, Елисеев, Хрунов. Есть, принято. Следующее. Советским ученым, конструкторам, инженерам, техникам и рабочим. Горячий привет и искренняя благодарность вам, дорогие друзья, за труд по созданию замечательных космических кораблей. Желаем новых успехов в борьбе за дальнейший расцвет науки и техники. Космонавты Шаталов, Волынов, Елисеев, Хрунов. Принято, я Заря. Впереди большие и разные полеты. Полеты на месяц и, может быть, долгие годы. Но как бы далеко во Вселенную не уходил человек, возвращение на Землю — высшая радость.